Что здесь раньше было? Институт физических методов лечения. О боже, как... какое название? Пляж имени Сеченова. Это, ну, это он в постройке еще дореволюционный. Ну, правда, вот, а вот это что? Это что-то современное, да? Ну, нет, а вот этот обелиск. Это Штык и Парус. Севастопольского. Здорово. Вот если вы вот памятник Екатерине его, памятник Златы Матросу его, памятник подводникам тоже его. Много чего. Ну, а хотя бы, наверное, матрос. И потом вот просто. Так а вот здесь раньше купались, да, вы говорите? Да, здесь купались. Ну и сейчас купание. А как выходить-то? Нет, ну, выхода. Вот, видите, давайте. Ну, как видео, да? Нет, так я хочу.